Основные котировки остаются без изменений после выхода новых подробностей реформы налогообложения. В соответствии с планом президента Трампа корпоративный налог составит 20%, а в целом предполагаются некоторые упрощения системы. Далее законопроекту предстоит пройти еще несколько этапов и рассмотрение демократов – один из них. Из экономических данных сегодня слабые показатели рынка жилья. Продажи вторичной недвижимости упали на 2,6%. Тем временем доллар США дорожает, фунт по отношению к доллару на 0,39% ниже. Текущее значение 1,3406 пунктов. Пара доллара и иена на 0,42% выше и составляет 112,72 пункта. В центре внимания курс евро и доллара, который ограничен снижающейся линией тренда и скользящими средними. Краткосрочные позиции будут ниже 1,1795 пунктов со значениями 1,173 пункта и 1,169 пунктов. Драгоценные металлы остаются под давлением. Цена золота опустилась ниже восходящей линии тренда и продолжит снижаться. Краткосрочные позиции будут ниже 1300 долларов со значениями 1288 долларов и 1281,5 долларов. Стоимость серебра опустилась до отметки в 16 долларов 48 центов за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.